Дон. Колдуш, Дон. Взять. Все, хорош, чуть-чуть. Говори, что нам делать. Все, взял. А? Да? Молодец. Вдвоем гоняли. Да ёпта. Так, в следующий раз бьёшь и сразу говоришь. Да. Будешь бежать, подранок, не подранок. Сейчас. Ну что, животы? Не, я в голову. Енота, хорошо. Первый раз. Ко мне. Дождь. Сейчас. Это веки. Сейчас. Дождь, молодец. Селатон, блядь, поднял, а потом и голову писался. Да. И вдвоем. Я понял, думал, или лиса. Дон, стой. А Володя задумал, что лиса. Да какая разница, Кирилл. Главное, что. Это получше лисы. Нет, лучше, в принципе. Дождь, то. Молодец. Молодец. Будет, когда ты держишь и рвешь, а когда они трепают, ничего не будет, тем более у него. Взять. Так, молодцы, взять. Да хорош, что порву. Вот это самое, если бы ты не, лучше бы не стрелял вторым, а не получил это анали. Мне бы быстрее там покусал бы он, может. Он назад пошел. Все, я смотрю через камыш, я не пойму. Все. Колдуш. Все, иди. Молодец. Колдун, знаешь, что он подписался? Так он бежит вот так вот. Колдун. Да. Колдуш. Молодец. Два голоса.